Друзья, и снова всем привет. Подписчик моего канала Илья написал мне в группу ВКонтакте и задал вопрос. Здравствуйте, не открывается входящее сообщение. Захожу в почту, нажимаю на кнопку «Не прочитаны», открывается входящие, сначала грузятся, потом пустой белый экран, переключается на серый, не грузя сообщения. Значит, отправляет мне Илья снимок с экрана. Это почта Mail.ru. Обратите внимание, что входящие имеются. Вот видите, папка входящие, 4 сообщения, 4 письма поступило, но при открытии папки входящие появляется обыкновенно вот белый экран, ну серый, и никаких никаких писем мы не видим, они не отображаются, но во входящих они есть. Что сейчас будем вместе с вами делать, чтобы решить эту проблемку. Почта mail.ru э, глючит периодически. Я уже к этому привык, поэтому у меня есть стандартный набор, так скажем, алгоритмов, которые вы должны сделать. Вот я у себя открыл почту mail.ru, допустим, да, во входящих письма есть, а на экране они не отображаются, то есть пустой экран. Что делаем в первую очередь? Вот я составил э, текст из шести пунктов. Все это скопирую, занесу в описание под видеороликом, а также в первом закрепленном комментарии. Все то же самое будет продублировано. Поэтому все сделайте спокойненько, и все у вас получится. В первую очередь, не исключен сбой почты. То есть на сайте произошел какой-то сбой. И, соответственно, все люди, которые пытаются сейчас что-то сделать в своей почте, у них ничего не получается из этого сбоя. Как определить? Вот есть прям ссылочка на сайт Down Detector. Вот он этот сайт. И заходим на сайт и смотрим. На данный момент, видите, сбоев в почте нет. То есть, как и написано, по отчетам пользователь на данный момент проблем у Mail.ru нет. Соответственно, если какая-то проблема будет, то вы увидите, что проблема имеет место. Дальше, если внимательно прочитать комментарии, посмотреть карту сбоя, то, возможно, на вашей территории сейчас происходит сбой. Поэтому имейте в виду. Это раз. Заходим на сайт, смотрим, чтобы вы не делали других лишних движений. Если сбоя нет, все отлично, тогда на клавиатуре нажимаем сочетание клавиш одновременно. Ctrl плюс F5 английская. Зажали на клавиатуре Ctrl и другими пальцами Перебрались и потом нажали F5. Не обязательно одновременно, просто нужно их вместе зажать. Все. Это мы обновляем страницу браузера. Нажали Ctrl F5 и посмотрели. Вот сейчас я сделаю. Вот Ctrl F5. Все раз и обновляется страница браузера. Почта заново перезагружается и пробуем открыть входящие. Если не получается, то элементарно просто выходим и заходим в почту заново выйдем просто из системы, из почты, выходим из почтового ящика, далее опять заново вводим логин и пароль и пробуем, так сказать, перелогиниться. Возможно, после выхода и входа все изменится. Если ничего не изменяется и вы используете браузер Google Chrome, для других браузеров, если нужно, я оставлю, запишу отдельное видео, как куки и кэш чистятся. Я использую Chrome, поэтому я буду показывать, как это в Chrome чистить. Значит, мне нужно сейчас... Кстати, куки – это самое последнее. Четвертый пункт – это нужно посмотреть расширение в вашем браузере. Для хрома копируйте вот эту вот ссылку. Chrome Extensions. Скопировали. И в новом окне. Давайте вместо Down Detector вставлю сейчас эту ссылку. Видите? Вверху вот я вставил ссылку. Вот прям в браузере ее вот вставляете. Скопировали и вставили. Дальше жмем Enter на клавиатуре и у нас открывается страница с вашими расширениями, которые у вас установлены в Chrome. Вот, возможно, вы случайно установили какое-то расширение, либо ваш ребенок, допустим, использует компьютер и установил какое-то расширение, которое блокирует нормальной работе вашей почты. Поэтому пересмотрите внимательно. У меня, допустим, все расширения, которые мне здесь сейчас нужны. Если вы заметили, что какое-то расширение вам не нужно, к примеру, давайте я на, на примере покажу, да, вот, допустим, это расширение вам не нужно. Либо ползунок вот этот вот выключаем, переводим состояние выключено. Но если оно вам не нужно, то просто жмем кнопку удалить. Ползурок даже не трогаем. Все, жмем удалить, появляется подтверждение, все, жмем удалить, все удалилось. И таким образом удаляем все расширения, все приложения вот эти, которые вам не нужны. А которые нужны, оставляем. Так как, возможно, ну, вы раньше использовали да, расширение, а проблема у вас не было с почтой. И какое-то новое расширение дает сбой. Поэтому имейте в виду дальше, как будем поступать. Пятый пункт. Это перезагружаем ваш роутер. Что может происходить? На данный момент, возможно, какое-то слабое интернет-соединение у вас. У провайдера возникли какие-то проблемы. И просто скорости интернета у вас ослабло. Да? Не хватает просто нормально отобразить, загрузить страницу. Бывает и такое, ребят. Поэтому перезагружаем роутер. Как перезагрузить роутер? У меня есть видео. Оставлю ссылку в описании. Обычно это делается. Кнопку сзади нажимаете на роутере. Выключили его. Либо с розеткой выключаем на 10-15 секунд и включаем. Тем самым мы перезагружаем роутер. Вот. Если вы и вправду заметили, что интернет-соединение слабоватое, тогда звоним вашему интернет-провайдеру и начинаем им предъявлять претензию. Вот, что с вашим интернетом. И шестой пункт, на мой взгляд, это самый последний, это уже крайние, крайности. Значит, на клавиатуре жмем одновременно Ctrl, дальше зажимаем Shift и зажимаем клавишу Del чтобы перейти на страницу. Либо просто копируем вот эту вот ссылку, и вас на эту же страницу и перебросят. Либо на клаве нажимаете Ctrl, Shift плюс D одновременно. Либо скопировали ссылку вот так вот вот, как вы расширение копировали, и вставляете. Дальше смотрите, что здесь. Здесь нужно э, вам ну, почистить, почистить куки, кэш и так далее. Значит, как я делаю. Смотрите, я все птичками выбираю полностью все. Дальше параметр здесь выбирая за все время. Я сразу все вычищаю. Смотрите, у вас по умолчанию может быть за последний час, либо за последние 24 часа. Я выбираю сразу за все время вот параметр. выбирая полностью все птичками и жму кнопку удалить данные. Но при этом при всем имейте в виду, что все удалится. То есть вам нужно будет заново заходить заново заходить на ваши сайты в том числе, допустим, в YouTube, в ВКонтакте, Одноклассники, везде произойдет выход, и вам нужно будет заново вводить пароли. Поэтому, чтобы этого не было, да, я всегда так чищу, ребят. У меня пароли все записаны, я просто вычищаю все в ноль. После ввожу заново пароли. Обратите внимание, здесь две вкладки дополнительные и основные. Вам нужно две вкладки почистить. И давайте зайдем в основные вот. Здесь все тоже я выбираю. И выбирая параметры за все время и жму кнопку Удалить данные. Вот. Вы можете что только удалить. Э -э все пооставлять. Так, везде Давайте сейчас я птички уберу. Наглядно вам покажу просто, что можно тут просто немножко почистить. Так. Значит, ну, к примеру, да, файл, все можно все выбрать, кроме. Вот. Выбираем, кроме файлы куки, то, что произойдет выход из ваших учетных записей. Изображение также удаляем. Пароли тоже не трогаем. Данные авто... для автозаполнения можно тоже не трогать. И вот так вот можно выделить. То есть не выделять птичками это файлы куки, пароли и другие данные для входа и данные для автозаполнения. Вот посмотрите, допустим, изображение, да, вот Здесь 3,8 мегабайт изображений. То есть, есть кое ну, какой мусор, который можно, в принципе, удалить. Я это периодически чищу. Все. Поэтому у меня, видите, и мусора меньше. Если зайти в основные настройки, вот сюда, в эту вкладку, то здесь также убираем птичку, где файлы и куки. Остальное все оставляем. Нажимаем кнопку удалить. Ну и смотрите сами, ребят. И мне кажется, лучше всего это все полностью удалять, чтобы... Полностью браузер вычищался. После берем обратно, заходим в свои, на свои сайты, в свои учетные записи и все. Я так делаю. Как вы будете делать, смотрите уже сами. Все, ребят, больше никаких движений делать не нужно. Больше никаких вариантов решения этой проблемы нет. Поэтому все, оставляю в описании вот этих вот шесть пунктов. Сделайте все то же самое, как я вам показал. Просто повторите за мной и все, у вас получится и ваша почта mail.ru. Заново нормально заработает. Всем спасибо за просмотр. Если какие-то вопросы возникают, задавайте их в комментариях под видеороликом, либо пишите мне в социальной сети канал по компьютерной, телефонной тематике. Поэтому подписывайтесь, спрашивайте. Я буду для вас предоставлять свой видеоответ, так как имею определенные знания в этой сфере, в этой теме. Всем до новых встреч. Пока.